Уважаемую Тересу Рамуальдовну Владыка с юбилеем поздравляет педагогический коллектив Детвянской средней школы. 50 сегодня, дата золотая, самый главный в жизни юбилей. Пусть цветы подарки окружают, сердце радует слова родных, друзей, от души благополучие и счастье, и здоровья крепкого всегда. Пусть в делах сопутствует удача, исполняет все мечты судьба. Пусть успехов много ожидает, смелых замыслов и планов вдохновенья, что задумано, реальностью пусть станет, превосходным будет настроение. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? На земле этой вечной живу.